номер Краснодара Мацола Богдан. С победы выиграли уверенно. Этот матч сложился легче, чем в первом круге. Во-первых, спасибо. Во-вторых, что касается первого круга, то в том матче я не принимал участие, но этот матч явно легче, потому что это видно по счету. 5-0 и, по-моему, 3-2. В том матче мы, это можно так сказать, расслабились во втором тайме, из-за этого пустили ненужные голы, привоз пенальти. В этом все сложилось гораздо проще. Мы хорошо действовали в обороне и благодаря этому победили. Что сегодня особенно понравилось в исполнении команды? Наша оборонительная линия. Я считаю, сегодня она хорошо сработала и не позволила сопернику забить гол. Еще раз победа вас. Спасибо. Главный тренер Краснодара Роман Станиславович. Во-первых, с победой вас. Качественный матч провела команда. Все ли мы сегодня довольны? Ну да, по результату мы забили 5 мячей. Правда, еще были моменты. Ну и качество игры. Были неплохие эпизоды. В принципе, игрой довольны. Можно ли сказать, что Краснодар сегодня настраивался на реванш? Ведь проиграли этому сопернику в первом круге. Нет, у вас ошибочная информация. Мы в первом круге. Ага, все, извиняюсь. С чем была связана двойная замена в перерыве? Ну, посчитали, что футболисты, которые в первом тайме на этих позициях играли, были не настолько активны, решили усилить в перерыве выходом других игроков. Была ли ставка на такое активное начало? Я бы не сказал, что у нас прям активное начало было. Да, были какие-то подходы, но в принципе мы всегда своим футболистам говорим, чтобы и начало, и первого тайма, и второго тайма мы начинали агрессивно. В принципе, они это выполняют. Все, большое спасибо. Еще раз победы. 18 номер мастер Сатурна Васильченко Вениамин. Счет крупный, но как считаешь, что вы его заслужили? Ну, в целом и команда провела неплохую игру. Но, к сожалению, игроки, вышедшие на замену, не усилили игру и провели плохую концовку матча. Какой момент матч считаешь переломным? Ну, к середине второго тайма, когда вступали новые игроки в игру, и игрокам, которые были на поле, уже не хватало сил, у нас было мало замен. Все, большое спасибо тебе. Главный тренер мастер Сатурна Иван Павлович, не очень уверенно начали матч. Вторую половину первого тайма провели лучше. Почему так произошло? Как произошло, так произошло. Что ж, может быть, сразу постеснялись навязать борьбу, может быть. Хотя большой робости не было. Я, в принципе, не очень соглашусь, что мы провалили какую-то. Немножко, может быть, сумбурчик и присутствовал. Потом вроде выровняли и стали уже более понимать, что хотим в каждом единоборстве, в каждом моменте. Ну, к мальчишкам претензий нет. Обратная замена Тищенко. Почему, с чем связана? Не попал, может, в игру? Ну, так и есть. В заключительном туре решится судьба чемпионства. Как будете настраивать ребят на «Спартак»? Как на все остальные соперники. Все, вам большое спасибо.